Комментарий от Даньяра, где он просит показать обороты на разных скоростях. Я думаю, почему бы и нет. Сейчас поможем. Овердрайв у нас не отключен. То есть повышенная передача остается. Драйв. Свет выключаем. Ну и следим за оборотами. Возможно, это видео будет полезно не только Данияру. Сейчас давайте попробуем 140, хоть я на этой машине и не люблю этой скорости. Время позднее, но здесь трасса две полосы, встречка разделена, так что не так страшно. Где-то оборотов. Сразу хочу пояснить, скорость была не настоящая, это все видеомонтаж. Машина стояла на брусках, передние колеса в холостую крутились. Не верьте всему, что видите на экране. Забыл добавить, что колеса 14 радиуса. Овердрайв я не отключал. Сейчас отключим. Жмем кнопку. На панели появляется вот такая индикация. Кл, выкл. Овердрайв off. Сейчас уже обороты будут по-другому работать. Тут я уже до скоростей 14.0 и больше не буду разгоняться. До 100 получится уже хорошо. Сейчас посмотрим. Здесь уже коробка работает немного по-другому. При отключенном овердрайве четвертая не включается. Давайте еще раз крутим. Разгон хороший. Да, действительно. И насчет овердрайва я также могу на ходу его отключить и включить. Включил. Передача сразу же. И включая, передача понизилась. Вот так работает здесь овердрайв. И о том, как переключается четвертая передача. Вот мы видим сейчас. Давайте даже с третьей начнем. Третья передача. 20% педали нажимаю. Смотрим за оборотами. Четвертая включилась, 2000 оборотов. И тут же понизилось еще меньше.
Так, попробую в другом режиме разгона. Чуть-чуть поактивнее. 30% дросселя. Четвертая. И еще сбрасывает. Вот так работает овердрайв. На ходу его включать можно. Данияр, надеюсь, я удовлетворил твое любопытство. По поводу овердрайва мы тоже разобрались. На ходу все-таки его включать можно. Но я думаю, все-таки нужно понимать, что если будет скорость 150 и выше, то обороты улетят, наверное, в красную зону или близко к тому. Так что делайте это не на больших скоростях. Но действительно, работает. Буду пользоваться сам. До этого даже не знал, что этот режим так работает. Все. Всем пока. Ставьте лайки.